старой коробке из-под конфет жили-были герои мультфильмов. Волк, например, из «Ну, погоди!» Он мне кричал: «Не уходи!» В телевизоре на чердаке жили-были не детские страсти. Ёжик в тумане на грани весны, 17 мгновений шпионской напасти. Очень хочется в Советский Союз, очень хочется снова и снова. Очень хочется в Советский Союз, шепнуть чебурашке на ухо два слова. Опять и опять очень хочется отлететь на миг 25 в старой коробке из-под конфет. Зубы, хмурые будни холодной войны и синяя юбочка девочки Любы. А к отцу приходили друзья: Сан Саныч и завцеха Куценко. Они заводили бобинный маяк, хочется в Советский Союз, очень хочется снова и снова. Очень хочется в Советский Союз, шепнуть чебурашке на ухо два слова. Опять и опять очень хочется отлететь на МиГ-25. Очень хочется в Советский Союз, очень хочется, правда, правда. Очень хочется в Советский Союз. Атомный, страшный, большой, коварный. Опять и опять очень хочется. Улететь на МиГ-25.